Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также группы ВКонтакте. У нас сегодня очередное видео с монетками. Предоставлю вашему вниманию монетки, которые будут продаваться в группе в Фейсбуке. Так, у нас вот такая вот пакетик с монетками. У нас здесь 1 драхма, Греция. Здесь у нас их довольно-таки много. Большое вот такое вот количество монеточек. Вот, видно, что на всех монетках у нас город ребристый. Есть две монетки в плохом состоянии. Остальные монетки в хорошем. И в таком более-менее состоянии. У нас вот такая вот 1 драхма, Греция. 86-й год. Сейчас быстренько их посмотрим. С изображением кораблика. Вот. Вторая монетка у нас тоже так само. Сейчас мы быстренько посмотрим, чтобы вы видели общий вид этих монет. Есть 84-й год. 1 драхма. Тоже 84-й год. Также 1 драхма. 82-й год. Так что можно собрать покатовочку. Заказать их можно у меня в Фейсбуке. Будет ссылочка в описании. Вот и 82-й год. Такая вот красивенькая монеточка. Вот. Быстренько все с вами просмотрим. 78-й год. Уже постарее монетка. Эти монеты уже не чеканятся в Греции. Такая вот убитенькая. Год даже у нас не сильно читаем. Думаю, почистить и можно будет почитать. Так, следующая наша. Это драхма. Тоже состояние уже такое подбитое. Год у нас 82-й. Или 76-й, походу. 76-й год. Вот так, следующая. Ну и, в принципе, такие вот у нас монетки. Есть такие трошки подубитые. Есть такие в отличном состоянии монетки. 78-й год. Можно такую собрать погодовочку, кто там собирает. Можно заказать у меня в группе в Фейсбуке. 78-й год. Тоже такая вот. Это наш там фокус. Такая вот солидненькая монеточка. И такая подубитенькая, конечно. 78. Следующая наша пакетик с монетками. Это у нас уже 20 драхм. Тоже Греция. Тоже уже эти монеты не чеканятся. У них там пошли евроценты. Так что сейчас мы быстренько посмотрим гурты. Гурт у нас у всех ребристый. Все видно. Такая вот у нас монеточка. 20 драх. 90-й год, по-моему. Вот. Такая вот отличное состояние монеточка. Будет выставлена у меня в группе в Фейсбуке. Тут 92-й год. Вот. Можно будет зайти. Описание. Ссылочка на группу в описании. Можно будет зайти, посмотреть. Там выставлено много всяких монеточек. Распродаю то, что собирал долгими годами. Вот, которые уже, в принципе, негде мне складывать. И буду я их потихонечку распродавать. Прямо аж в блестящем состоянии. Так что можно посмотреть, потом зайти в группу в Фейсбуке и посмотреть, заказать, как говорится. Так, следующие 20 драх. Такие вот у нас монеточки.
Цене драхм, это драхм. 90 года, тоже такая вот красивенькая монеточка. Повторяюсь, можно заказать опять же в моей группе в Фейсбуке. Так, следующий у нас пакетик с монетками. Это у нас уже 2 драхмы. Тоже такая вот красивенькая у них монетка. Уже не чеканится. Курт у нас у всех монеток ребристый. Вот. Количество их большое. Можно было зайти и заказать. Года здесь разные. Наверное, все показывать не буду. Вот есть 82-й. Тоже 82-й. 80-й есть год. Такая вот красивенькая монеточка. 76-й. То есть можно мне будет написать, если вас интересует какой-то конкретный год. Сделаем отдельно фоточки, покажем. Видео я снимаю для того, чтобы люди увидели, что это не фейк. То есть монетки есть в наличии, все есть. Все есть. Ну, я их все показывать не буду. Это на 7 драхмы, по 2 драхмы, разные года. Потом фоточка будет в Фейсбуке, можно будет зайти посмотреть. Так, следующий у нас монеточка. Это у нас 10 огород. Израильская монетка. Вот написано грот 10. Грот. Монета Израиля. Вот Израиль. Такая вот у нас красивая монетка. Гурт гладкий. Можно было зайти и заказать в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании. Напоминаю. Так, следующая наша монетка, которая у нас предоставлена, это у нас 5 эры, норвежская монетка 73 года, курт у нас гладкий, изображением льва с топором. Такая вот симпатичная монетка, состояние более-менее коллекционное, так что можно заказать себе в группу, ой, у меня в группе, себе в коллекцию. Следующий это наш пакетик с монетками. Это у нас форинты. 2 форинта. Вот здесь у меня здесь 3 штучки. В принципе, все они одинаковые. Курт у нас ребристый. 2 форинта. Вот. Год у нас здесь. 96-й. 2 форинта. Курт ребристый. 96-й, по-моему, тоже с таким вот цветочком. 392-й. Вот. Такие вот можно будет форинты мне заказать. Вот. Интересные, красивенькие монеточки. Так, есть у меня также форинт. Форинты. Такие вот 5 форинтов тоже у меня здесь куча. Сейчас мы их посмотрим. Гурт у нас гладкий на всех монетках. Монетки все в разном состоянии. Есть такая вот какая-то почерненная 5 форинт. 95 года с изображением цапли. Монета, по-моему, Угорщины, если не помыляюсь. Ось. Монетка 94-го року. Можно будет замовить в группе в Фейсбуке. Ссылочка на группу в описании. Заходим, регистрируемся, подписываемся и пропускаем. Все, и 2000-й рік. В принципе, роки все різні. 93-й. 5 форинт. Скільки монетки. Я думаю, доповнить вашу коллекцию. И дополнил какую-то мою 2015, но можно на них распродавать. 94-й рік. 93-й рік. Такие вот у нас 5 форентів. И наступно у нас так, пакет
Если пока этот сейчас. У нас тут злоти. Всем знакомые такие вот польские злоти. З алюмінієва монетка, гурт у нас ребристий, рика 75 і 84 роки. Ось такі ось чудовенькі, гарненькі монетки. Одна, звісно, в такому стані, одна в гарному стані. Зображення Орла будуть виставлені в мене в Фейсбуці, можна буде замовити свої колекції, якщо не має вас. Так, наступно у нас монетки, це у нас Туреччини. Ось цікаві ось такі монетки, побачите, дивіться, одна монетка товща, одна монетка тонча. Тобто 5000 лір, 98 року. Ось монетки, я ж вам ще раз показав, що вони різного діаметру, різного такої товщини. Одна тоненька, одна товща. Тобто можна буде їх замовити собі в колекцію. Монетки в непоганому стані. Ось. Можна буде собі замовити. Так, наступна наша. Це у нас монети Словенії. 5 толар. Республіка Словенія, 5 долар, 96 року, і така ж сама монетка, 5 долар, 95 року. Хто там збирає погодовки, можна буде зібрати, гурт у нас ребристий, такий монет, то зображений ось такий ось, я думаю, це його названня, такі ось монетки з таким ось чудовим зображенням. Гарне доповнення, колекція, можна буде замовити випіп відбути. Ось так, наступні наші монетки, це у нас 50 ери, Швейцарія, порт у нас гладкий, 50 ери, враження корони. 2008 і 2006 рік. Будуть в мене виставлені в групі. Можна буде зайти і замовити. Так, представлю слідуючі монети. Це у нас монети Іспанії. Монети Іспанії. Один песета. У мене їх тут три. Вони з алюмінієвого матеріалу. Гурт гладкий. Один песет, один песет, один песет. Роки. 87, 86 і 88 рік. Хто збирає погодовки, можна буде зібрати. Монета не рідкісна, але можна буде придбати собі в колекцію. В мене групи. Так, наступна наша монетка. Це у нас 1 шилінг. Ой, не так, тримаю монетку. Так, по-моєму, у нас Австрія. 1 шилінг 91 року. Інк. Шилінг. Таке не зображення квітки. Гурт у нас цих монет. Гладкий. Видно добре. Ось. Роки даних монет у нас. 81. 91. 1 шилінг. 97, 93,
83-ті роки. Ось такі ось монетки є в наявності, можна замовити в групі в Фейсбуці. Є ще багато монет, буду їх потихеньку виставляти по можливості. Ось в групі виставлені монетки ювілейні, можна буде зайти в відео десь там нижче. Ось. Так що не забуваємо реєструватися, ставити лайки, підписуватись на канал, підписуйте групу в Фейсбуці, писати коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.